Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием этих работ по книге «Великий музей мира. Статуя двойника Тутанхамона». Долина царей, гробница Тутанхамона, 18-я династия, 1333-1323 годы до нашей эры. Дерево, черная смола, позолота, бронза. Высота 192 см. Ширина 98, ширина 53 сантиметра. Эта статуя – одна из двух скульптурных изображений Тутанхамона, помещенных друг против друга и охранявших вход в усыпальницу. Статуя на подставке показывает фараона в натуральную величину в царском облечении со скипетром, имеющим опору в виде цветка папируса, булавой в руках, браслетами на запястье и предплечье. Золоченая ободка глаз резко выделяется на темном лице, подчеркивая божественность фигуры, так как золото считалось плотью бога. На голове подогнутый платок хат, известный как один из главных уборов царя. На трапециевидной части юбки имеется надпись, содержащая имена и титулы фараона. Эта статуя выполняет роль двойника фараона, который наряду с другими субстанциями, душой Ба, именем и тенью, считался составляющим человека на земле и в потустороннем мире. Цвет кожи фараона уподоблен цвету бога Осириса, как и на статуе Монтухотепа. Ну, вот такое описание к работе статуи двойника Тутанхамона. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.